Андрей, скажи-ка, пожалуйста, сколько тебе было лет, когда ты впервые сел за руль? 18 лет, получаю права, сел за руль, а что ты мне хочешь, устроить экзамен по вождению? Нет, это сделает наш следующий герой, мальчик, который в 3 года профессионально сел за руль, а в 5 уже стал рекордсменом Украины, как самый маленький гонщик. Встречайте, человек-ракета, будущий Шумахер Макар Железняк. Макар Железняк! Привет! Так, Макар Железняк, а что это с тобой приехала за куча железяк? Макар Железняк привез железяк. Это все твои кубки? Нет, 28. 28 кубков? Да. Так, ну, раз у тебя действительно 28 кубков, я предлагаю этот вид спорта сразу переименовать в Макартинг, а не в картинг. Позволь мне немного погонять на твоем карте где-то здесь по павильону. А для того, чтобы мы получше узнали о твоей спортивной карьере, о твоих хобби, я отправляю тебя к Андрею Всеволодовичу Данилевичу. Давай, беги к нему. Я хотел спросить, как приветствуют друг друга настоящие гонщики? Их нужно приветствовать, как живые люди. Вот так сдаваться. Как настоящие гонщики. Гонщики тоже люди. А тебе так удобно? Да. Нет, сиди, сиди, пожалуйста. Я просто сегодня на самом деле давно хочу так тоже сесть. Можем? Да. Я знаю, что ты вошел в Книгу рекордов Украины. Да. Самый юный, самый маленький гонщик Украины? Да. Да, именно так звучит рекорд Макара. Макар, я предлагаю, чтобы мы все вместе сейчас посмотрели небольшой видеоматериал о том, как ты гоняешь за рулем карта. Да? Да. Ты настолько лихо входил в поворот и выполнял виражи. Как тебе это удается? Я очень много тренировался. Но, насколько я знаю, скорость вот приблизительно километров 50-60 в час, наверное, тебе удалось развивать. Да? Да. У меня есть и собаки, которые недавно только начали. И мне их легко было обогнать.
Когда вырасту, стану гонщиком Формулы-1. Я очень хочу стать как Шумахер. Михаил Шумахер? Да. Давай мы сейчас устроим такое небольшое соревнование. Да. Я тебе буду показывать фотографии гонщиков, а ты будешь называть, кто этот гонщик. Пойдем. Итак, Макар, сейчас я тебе буду показывать фотографии гонщиков Формулы-1, и ты будешь называть, кто это. Да. Поехали. Да. Шумахер. Правильно, Михаил Шумахер. Кстати, он в 6 лет выиграл свой первый гоночный чемпионат. 7-кратный рекордсмен мира. Идем дальше. Льюис Хэмилтон. Правильно. Кстати, он начинал в автоспорте с соревнований, где соревновались радиоуправляемые машины. Алан Прост. Его, кстати, называли в Формуле-1 профессором. Себастьян Феттель. Правильно. Идем дальше. Это Сена. Это Айртон Сена? Да. Айртон Сена. Молодец. И? Фернандо Алонсо. Фернандо Алонсо. Правильно. Браво. Ты молодец. Молодец. Пойдем. Я вот видел, когда мы смотрели видеосюжет, рядом с тобой был твой папа, да? Да. Как папу зовут? Как его зовут? Рома. Папа Рома? Да. Папа Рома сегодня у нас в студии. Нашей... Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вы и папа, и по совместительству тренер, я так понимаю, и механик, и ассистент. Ну, раньше я был и механиком. Но приходится оставаться тренером, потому что работать с маленькими детьми не все могут. Нужен особенный подход. А как вы пришли к тому, чтобы делать из своего сына профессионального гонщика? Я к этому не пришел, он сам к этому пришел. Мы прогуливались в лунопарке, и он увидел электрические машинки, и как бы с этого, в принципе, все началось. Потом они ему надоели. Ему хотелось чуть быстрее как-то совершенствоваться, ну и мы помогали ему развиваться. А это правда, что вам пришлось продать ваш автомобиль для того, чтобы приобрести карт для вашего сына? У меня была хорошая машина, и в какой-то момент я понял, что она мне не нужна, и лучше эти средства вложить в развитие ребенка, потому что было уже тогда было видно, как ему это нравится, и что это действительно, он получает от этого удовольствие, это будет иметь смысл. Скажи, пожалуйста, значит, твой папа, он же твой тренер, вам случайно в команду вашу не требуется механик? Уже есть механик. У меня просто есть одна кандидатура. Ну, может, тебе помощник какой-то нужен? Да, там, нужен. Кто-то... Да? Мой соведущий, Андрей Доманский. Я тот! Я тот! Макар, я не могу избежать вот такого, знаешь ли, сильного соблазна не погонять с тобой на картах. Давай с тобой погоняемся на видеоиграх. Я сейчас тебя сделаю, Макар. Итак, мы ведем прямой репортаж из Монте-Карло со знаменитой трассы Формулы-1, где на старте уже стоят два болида. За рулем первого будущий гонщик Формулы-1, рекордсмен Украины Макар Железняк. И за рулем второго болида пилот формулы H2O Андрей Доманский. Ты будешь дышать моими выхлопными газами! Я обгоню тебя на первом же круге! Бойся меня, Макар Железняк! Итак, внимание! Марш! Давай, давай, давай! Итак, сразу в отрыв уходит Макар. Андрей пытается настичь соперника. Смотри, 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 как опа! Первый вираж удачно проходит Макар. Нормально, да? Что, ударяется не положили асфальт по всему городу, да, Макар? И сейчас на равных позициях движутся два болида. И Андрея выносит на обочину. Да, на обочину!
Макар, я предлагаю ничью. Макар. Буквально нос в нос движутся два болида. Макар, смотри, симпатичная девчонка. Остановись, подвези ее. Трибуны однозначно поддерживают Макара. Макар, а ты не хочешь поменять резину на пит-стоп остановиться, нет? Нет, спасибо. И снова на равных позициях движутся два гонщика. Андрей ударяется в отбойник, и Макар вырывается вперед. Невероятную скорость развивает Макар. Безобразие какое-то. Свыше 120 км в час. Снова удачно пройденный вираж. Очень крутой вираж. Макар молодец. И уверенно движется к своей победе. Невероятная скорость. Свыше 150 км в час. И первым к финишу приходит Макар Железняк. Браво! Молодец! Макар Железняк с явным преимуществом победил Андрея Даманского. Ну все уже, ну хватит. Эти аплодисменты, Макар. Пощади соперника, не надо уже надо мной издеваться. Иди сюда. Итак, победителя на сцену. Легко! Получился! 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 Молодец, а все тебе! Ну все, 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 все. Ай, все. Макар, ну все. Нельзя уже. Победил ты, Андрей, в честной борьбе. Медаль в студию нашему чемпиону. Молодец, умничка.